Всем привет, дорогие друзья! Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Веталь, и вы на канале клана Днепряне. Ну вот он, долгожданные выходные, новая рыба на локации река Мюррей. Это у нас обычная рыба. Рыба на выходные получается у нас на 2 дня. Ну и третий будет, что-то они уже там придумать, наверное. Так. Ну что у нас тут? Давайте посмотрим по самому ивенту. Я так понял, сегодня по эпическим больше будет ивент. Ну а завтра, как всегда, по традиции мифические. Плохо, что нету у меня это по эпику сегодня. Нет у меня удочки ни на эпика, ни на обычечку. Есть на мифа на завтра. И вот у меня стоит вопрос. Еще тут одну удочку двухзвездочную надо собирать. И встал у меня вопрос. Что мне лучше, обычечку качать сегодня, либо же эпик? Потому что я поспрашивал, говорят, в большом турнире сегодня эпик. Не знаю, я еще не пробовал. Даже страшно туда заходить, если честно, друзья. Ну, вроде как эпик. Ну и попадается, говорят, новое. Не знаю, когда что. Ну, давайте посмотрим. Кстати, под вызов тут. Да, тоже эпик. 8900. Ой-ой-ой. Ладно. Что у нас тут? Что у нас тут? Удочки, да, будут маленькие. Ну, посмотрим. Так, серия из 3 поединков. Ну, давай нематолоза вообще попробуем выловить ее. Что, а к чему? Сейчас все это мы дело посмотрим. На голый пока закину и посмотрю, что. Ну да, на завтра, конечно, удочка шикарная у меня будет, получается, на мифа. Я думаю, там будет хорошо все. А вот сегодня как с эпиком быть, это уже интересный вопрос. Не знаю даже. Конечно, надо, наверное, обычечку делать новую. Но в то же время, получается, надо рекордную рыбу ловить на эпика. Ну вот и, то есть, как бы, и как быть, даже не знаю. Тринадцать тысяч. Все ясно. Но я попробовал. Закинул. Лучший результат на третью приманку сделал. Да, кстати, забыл посмотреть, что там в рыболовном путешествии. Как там мои 500 приманочек? Что? Ага, так, победите. Нормально. Победите за обоих рыб. Нормально. Ага, здесь все по новой рыбе. 8, 9, 10, 11 и 12. Так, получите приманку для рыбы с редкостью обычная. Угу. Ну, ясно, тут 12-звездочная надо, чтобы открыть ее. Понятно. 6000 осталось у меня, получается, очков. Хотя, что тут, 1500? Ну, пускай тут 2. Да. Так, 3000. 4500. Ну, в принципе, даже 12-звездочная и не надо. Да. И не обязательно. Лады, лады тогда. Это хорошо. Это меня устраивает. Что у нас тут? Так. Практически 9-10-11. Это все ясно. 7-8-600. Ну, попробую сейчас под вызов. Нужно работу взять. Ну да, без удочки, конечно, будет грустновато, я так понял. Вот как большой турнир проходить, вот это уже довольно-таки интересный вопрос. И когда его проходить? Я всегда, в принципе, всем говорю, не стоит торопиться. Только начался ивент, не стоит торопиться рвать этот турнир, потому что его в это же время пытаются рвать еще как минимум энное количество игроков.
Ну, сонар, конечно, показал такую цифру страшную. 8600. Не дотянул чуть-чуть. Там надо чуть побольше. Так, ну, тут пару раз закину. Нет, 300, да, больше я не... На третью приманку на больше рассчитывать и не стоит. Да, тут бы серию поединка взять. Немножко подпрокачать бы новую рыбку. Тогда уже пробовать, наверное, в большой турнир как-то залазить. Но в то же время усилители. Рузиков совсем мало. Угу. И удочки нету на... у меня получается. И как теперь быть? Не знаю еще пока. Сейчас посмотрим, что-то с поединками у меня. Срастется, не срастется, как тут дело пойдет. Угу. Так, ну вот еще можно тут, получается, четвертый уровень сделать. Да, четверочку. Хорошо. Потихонечку дело движется. Так, что у нас там следующая коробочка? Ага, 50 тысяч. Вызов на шестое место. Ну, ладно. Кстати, вызове, да, я уже смотрел. То же самое, как с новой рыбой на локации Хуанхэ. Тогда была обычечка тоже, что разработчики растыкивали эту обычку. В общем, в ивенте в топ-100 попадаешь, в первые топ-100 все по 13 звезд. Это, ну, дальше уже не видно, только 100 человек первых показывают. Ну, я уверен, что было, конечно, жесткая борьба. Это колесо, которое по 1000 приманок рассыпали. Ну, тогда, я так понял, тоже плохо, что приманки дают за вызов. Потому что люди, те, которые не выкисая часть игры играют, ну, они будут, получается, на коне. А те, кто, например, пришел с работы, там освободился, либо там еще что, ну, и заходит в игру, все. Там уже ребята по 13 тащат, а у него еще и приманки ни одной нету. Вот поэтому, конечно, немножко тут в этом плане я... Так, а что мне тут? Ага, вытянуть бонус меньше 6. Да, я тут 4-4. Ну, попробую еще пару раз подкинуть. 3-3. Просто там у меня еще бонус не до конца, не все открыты. Поэтому... Нематолоза. Пятерочка. Ну, уже получше. Но шестерочку, конечно, было бы красота. Лечь. 3-1. 3-9. Тара-та-там. Черный лещ. Разрушитель. Нематолоза 4-2, слабенький. 3-6, слабенько. Черный лещ. Не годится, не годится. Ну, пятерочку вытянут пока. 4-7. Не идет пока. О, там вообще семерочка есть, обычечка. Хорошо, красиво. 4-1. 5,7. Ну, чуть-чуть. Ладно, пускай будет пока 5,7. Может, оставить мне еще немножко жемчуга. Перкин удочки подкрутить. Пускай пока так будет. Барамуги. Сарагота 8,625. Ага, есть, отлично. Так, у меня там какая-то приманка 5 уровня. На нее не попасть бы. Барамуги нормально. Можно. Так. Ну, давай попробуем еще два поединка. 7500, 8500. Ну, тут восьмерочку можно делать. Ну, как всегда, золотишком. Печалька. Да, большой турнир, если проходить без удочки под эпо, это, конечно,
очень-очень не есть good. Ибо там ребята будут рвать и метать. Но без большого турнира также не получишь хороших приманок. Ну, тебе не задачка. Не знаю даже, как быть. Что-то он там вылавливает так долго. Шестьсот. Ну, вроде даже пока он крупнее не тянет. Это хорошо. Ага, не, все-таки пытался на 8000 сразу меня перекинуть. Ну, хорошо, что я вовремя усилители включил. Так, ладно, тут пока пускай так. Вовремя, да. Так, 7500, ну и 8500. Соответственно, надо найти, надо поискать. Так, что у нас тут? Ну, 7700. Ну да, без удочки, конечно, тут сонарчик не очень, так сказать, правдивую информацию показывает. Но все равно, тем не менее, 8300. Даже как-то терпимо, наверное. 4400. Завтра, скорее всего, будет рыбацкая битва. И в ней будут редкие. И легендарка, может. Так, 8300. Ну, ладно, еще пару раз подзакину. 8500 хватит. Оставлять 8496, ну почти. На большой турнир надо оставлять усилители. Особенно смотрю по грузикам. По грузикам немножко вообще прискорбная, печальная ситуация. Так, ну что ты там, плеер? Давай. Освобождай дорогу. Буду я дальше топить. Вроде как серия поединков зашла, в принципе, без проблем. Это уже радует. Хоть что-то, хорошие новости какие-то уже пролетели. Так, да, есть серия поединков. Ну, 1000 очков, конечно, это смешно. Но, тем не менее. Так, приманки прилетели, все это позабирать. Тут у нас что? А, тут у нас вот такое дело, тоже неплохо. Удочка там какая-то прилетит, маленький там какой-то пакет. Приманок 37 штук, но тем не менее, копеечка до копеечки, как говорится. Так, что у нас, 30 тысяч, да, 20 тысяч еще надо. Ну да, 20 тысяч я навряд ли нашкребу. Из этих всех вытекающих надо новую рыбу только. Забей их рыб. Здесь 8600. Барамуди. Все. Две получается эти. Барамуди и... Угу. Денег у меня тоже нету, конечно же, скачнуть все это дело. Ну ладно. Еще немножко поединков осталось. Ух ты, 1200. Что, друзья, нету удочки, не хватает. Я же прилетел пакет, и я теперь даже не знаю, что да как делать. Все-таки обычечку, либо же новый. Ну давай сейчас первый раз закину турнир, посмотрю вообще, что к чему. Что да как. 8500 и рак. Ну, рак у меня и не улучшенный как раз. Угу. А, тут еще, наверное, будет... времени мало. Точно. Тут надо
Ну, 8400. В принципе, все, как я и ожидал. Наверное, еще с большим турниром рановато. 7900, 8100, 8400. Ну, хотя такое что-то. Вот туда мне. 8900. 8500. Может, даже и проскочит. Даже как-то каким-то чудом я первый прошел хорошо. Когда нам там гирки дадут? Гирки дадут. Ой, гирки дадут не скоро. Вообще не скоро. Что, вообще давать не будут? А ну еще раз. Сочняк. А где грузики брать, товарищи? Я извиняюсь. Такой интересный вопрос у меня. Где брать грузики? Ладно, давай второй попробуем. Да, конечно, эпик бы удочка. Ой, как хорошо бы залетела. Алексеич. Пятник, хороший клан. 8000, 8800 может. Восемь двести, 7400. Ну, я понял, тут сильно уже рваться не надо. Алексеич фору мне дает. Ну, благодарю. Благодарочка. Если так. А такие бы соперники почаще попадались бы мне в турнирах и в поединках и в вызовах. Ну просто игра была бы в кайф. Реально. А так как это 1 на 1 000 000 такой, тут, конечно, все печально. 20 новых приманок светит. Сейчас посмотрим. Ага, вот она и попалась, она мне новая. Ну, сейчас, друзья, скорее всего, первый раз проигрыш у меня и вылетит. Потому что я еще ее совсем не вкачал. От слова совсем. Ну да, 8000. Не скажу, что он прям там фиш-монстр, фиш потянул, но... Он сейчас новый вытянет, мне интересно просто посмотреть на это дело. Ну, 2300. Ага, 300. Ну, вот тебе и, в принципе, то, о чем я говорил. Печальненько, конечно, немного. Когда новая попадается рыба, которая не прокачана в большом турнире, это не есть гуд. Поэтому здесь у меня сразу проигрыш и полетел. Так, где 600? Ну, еще попробую разочек попытать судьбу в большом турнире. Можно это так назвать. Четыреста. Это тоже 8400, но это мало санарпа. Хотя 8200 неплохо, в принципе, еще. Не такой сильный и разброс пока тут санар. Бывало и похуже, конечно, согласен.
Так, 8100. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что тут у нас? Что тут, как тут, кто тут? Ты давай там поаккуратнее, сильно не это, не буянь. Колрей 8160, нормально. Сойдет. Так, вот она. Можно пятую приманочку лепить уже. Что, еще попробовать разочек? Рыбацкую битву. Вернее, турнир этот. Шайтан турнир. Высасыватель усилителей и нервных клеток. 8600. Ну, сейчас посмотрим, что там. Что да как. 7900. Так. Ага, 7900 тоже, в принципе, есть еще небольшой шанс. Девятьсот тоже. Так, тут 8100. Ну и здесь надо мне тогда в районе 8000. Ну, 8600. Буду надеяться, что мне повезет. 400. Блин. Ты представляешь? Не повезло. Не повезло. Все, не успею. Вот так вот. Вроде как бы соперник адекватный, но нет. Не пошло дело. Так, ну что тут, 3 жизни осталось, да? И ни туда, ни сюда, как говорится. Еще одну. И все, друзья, буду потом уже оставлять жизни на туда, наверное, на утро. Буду как на работу ехать. А тем более опять попалась мне эта нематолоза. С утра, когда обычно просыпаюсь на работу ехать, ну, в общем, тогда большой турнир в большинстве случаев я и прохожу. Там уже ребята более-менее спокойно играют, ну не так, 8700, ляп сразу, ну и все. То есть человек показывает, что не стоит дальше тебе уже ловить, тратить усилители. Ну, просто не стоит. Тут пятую приманочку можно сделать, 4000, ну, красота. Да, пока с большим турниром я, наверное, тут подзавяжу. Я немного еще покидаю, позакрываю задания. Все возможные. Получу те 500 приманок, которые упадут с того ивента. Вот, и тогда уже, в принципе, наверное, не буду я на эпик удочку делать. Не хочу, я передумал. Буду уже делать на обычечку, собирать на новую обычечку. Если найду, конечно, на нее. Ну, в общем, как-то так. Все, большой турнир оставляю в покое. И пока, в принципе, друзья, будет на этом все, наверное. Буду под вызовы уже потом подбирать эпики, лучшие результаты делать. Сейчас пока нету смысла. Ну и большой турнир, как говорил, наверное, пройду на утро. Единственное, что я постараюсь повылавливать 10-звездочных здесь, чтобы забрать вот 500 штук. И тогда уже дело пойдет. Все. Буду на этом заканчивать. Хотелось бы пожелать вам удачи в новом ивенте с новой рыбой и достичь, как говорится, максимальных трофеев, максимальных коробок и лучше занять места в рейтинге. Все, друзья, всем удачи, всем не хвоста, не чешуи. Кто не подписан, подписываемся, прожмякаем лайкаем видосики, пишем сообщения, задаем вопросы. Всем с удовольствием с вами пообщаюсь. Все, до новых встреч, ни хвоста.